Значит, перед вами новый гаджет. Для тех, кто ходит в походы, на рыбалку и так далее. По виду это обычные часы. А при ближайшем рассмотрении это спас-набор. То есть ремень представляет из себя крученый спасательный шнур. То есть когда ремешок распускается, здесь получается 5 метров спасательной веревки. Трос, да? Да, ну трос, да. А подкрути его так же? Ну, ага. Также. То есть это все потом... Здесь есть... Ну, хорошие, достаточно электронные часы, вот защищенные. Ну, такой простейший компас. А на конце вот это вот, это огниво. Типа замок огнево, да? Да, то есть замок в виде ножик, огнива. Да? А вот ножик еще, да? Это да, что-то? Ну и нож, и как используется как кресало для огнива. Угу. То есть... Сейчас покажи сейчас. Ага. Одно от другое чиркается. Ух ты, ага, еще, да, видно. Хорошая штука. Угу. Ну, она ее потом разработаешь, все. Да. Вот такой вот спасательный гаджет. А часы от батарейки просто, ну, как ну, часы обычные, электронные, да, то есть нормальные, обычные часы. Будильник есть, да? Нет, будильника тут нет. Угу. Ну, здорово.